Вы знаете, мы на самом первом этапе, когда принималось решение о строительстве этого памятника, с удивлением обнаружили все, что на территории Российской Федерации нет памятника солдату. Есть удивительные, замечательные мемориалы, есть памятник Родине Матери, есть памятник Победе. А солдаты остались за границей. Алёша остался в Болгарии, советский солдат остался в Трептов-парке в Берлине. А вот солдата, на плечах которого, собственно, и ценой жизни и крови которого, собственно, мы спасены, памятника такого достойного у нас не было. И, конечно, решение двух президентов, Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко, о том, что они поддержали инициативу Российского военно-исторического общества и союзное государство, которое активно включилось в этот процесс, я думаю, это знаковое место, это место подвига, это место, не сомневаюсь, поклонения многих будущих поколений. Потому что это не придуманный подвиг. Это подвиг, который совершили наши предки. Ну вот сейчас, буквально недавно, у нас родилась такая идея в помещении, где будет экспозиция, сделать необычную витрину, которая будет, собственно говоря, в полу. То есть пол будет стеклянным, а под стеклом мы планируем разместить те предметы, которые находят наши поисковики здесь, на Ржевской земле. Это и патроны, каски, все, что, кстати, под землей здесь находится, оно будет представлено вот в этой стеклянной большой напольной витрине. Вот такой, например, вход. Плюс мы хотим сделать такую интересную штуку, которую мы затеваем сейчас в Музее Победы, в главном здании. Вы, может быть, слышали о том, что будет сейчас запускаться в год памяти и славы такой проект «Лица Победы». То есть мы будем собирать семейные легенды и фотографии всех, кто принял участие в борьбе с нацизмом. И мы планируем такую здесь в филиале тоже разместить вот эти «Лица Победы» и будем просить всех родственников, тех, кто здесь воевал, погиб, прислать нам истории свои об этих людях, фотографии, если они сохранились. И любой приехавший сюда на Ржевский мемориал сможет найти эту фотографию на интерактивной стене и показать своим детям, внукам эту фотографию, так чтобы поколения будущие гордились своими предками.